Привет всем! Сегодня у нас спонсор видеомагазин Tiny Deal. Я надеюсь, вы его знаете, потому что вы смотрите это видео и знакомы наверняка уже с Китаем. А если нет, то магазин Tiny Deal очень хороший магазин, добросовестный, качество у них на лучшем уровне. Перед отправкой они проверяют, что отправляют людям. У них специальные люди сидят, и они торгуют планшетами, телефонами, флешками, мышками. В принципе, отличный магазин. Открыл я его 2-3 года назад для себя. Заказываю там периодически. Ну, видите, наверное, по обзорам, что этот магазин у меня часто в посылках. Так что отличный магазин. Заказывайте, ссылочки как на все дам. Так, и давайте посмотрим, что же здесь у нас. Вот, очень быстрая доставка, дней 25, наверное, было. Сейчас вот здесь вот все у нас в пупырках, чтобы в дороге у нас ничего не повредилось. Вот они очень хорошо, кстати, запаковывают. Так, давайте посмотрим. Вот, вот мышка. Вот такая вот прикольненькая мышечка у нас. Так, она у нас проводная. Вот. Классненькая мышечка. Сейчас я вам скажу, работает ли она. Потом есть еще вот такая вот дешевенькая мышечка. На копейки вообще стоит 100 рублей или 150. Такая вот беспроводная. Такая вот мышечка у нас. Так. Вот здесь вот у нас USB. Чтобы мышка коннектилась, нужно в нее вставить батарею. Так, и уже упала куда-то, да? Ну ладно, потом подберем. Вот такая вот мышечка. Работает от одной пальчиковой батареечки. Так, здесь у нас off, on, вкл-выкл. Вот. Прикольненькая мышечка. Так, как-то такая вот. Кому все это нравится, оставлю ссылочки, как всегда. И вау, это колоночки. Мини-колоночки у нас такие вот. Спасибо еще раз магазину Tiny Deal. Вот такие вот мини-колоночки. Сейчас я все скажу, работают ли все. И поставлю ссылочки. Вот, кстати, USB колоночки. Такие вот прикольненькие, мне нравятся. Все, сейчас я скажу тогда, все работает или нет. Оставайтесь. Вот, ребятки, колоночки. Я их не буду проверять, потому что меня забанят, но поверьте мне, они работают. И еще, кто разбирается вот в компьютерах, он у меня моргает периодически экран, я не могу нормально на нем сидеть. Вот почему я не стал проверять. Вот такая вот мышечка. Видите, да? Классненькая, вообще такая черненькая. Шикарная мышка. На все дам ссылочки, так что обязательно заказывайте. Вот, мышка все. А хотя давайте я врублю музыку, пускай банят. Давайте. Но колонки действительно прикольненькие. Видите, он подмаргивает ноутбук. Мне невозможно на нем сидеть. Давайте. Блин, мышка действительно крутая. Также заходите на мою страничку. Что-то она не грузится. Так, аудиозапись. Давайте чем-нибудь включим. Вот, давайте. Сектор газодемобилизации. Сейчас только загрузится. Жизнь начнется без обралов, сухов и генералов, тем мобильный всей женой. Ну вот, в общем, они работают, мне нравятся. Все, всем пока, до новых встреч.